скорее бы его сейчас в этот момент был получше. Чуть-чуть не закопались там в атаке из ТСКА. Вот это вот такой овертайм, момент туда, момент сюда. И Тихомиров уже лежа на льду умудряется сделать весьма впечатляющий. Гейм-сейвер. Да уж, если спасение нужно... Спасение всей игры, по большому счету, вот оно. Если нужно было, да, подтверждение того, что сегодня сделал для своей команды Андрей Тихомиров, то вот этот вот отраженный бросок Мира Алтанина, безусловно, великолепная демонстрация.